предпраздничные дни в Волгограде стартует акция «Гостеприимный Волгоград». Для гостей и жителей областного центра будут организованы автобусные экскурсии, а на улицах на вопросы приезжих будут отвечать волонтеры мобильной информационной службы. Вообще же волгоградцев накануне Дня Победы ждет насыщенная программа, как культурная, так и спортивная. А последнее сегодня журналистам рассказал министр спорта Волгоградской области Сергей Попков. 6 мая с 9 утра на набережной областного центра начнется сбор участников легкоатлетического марафона. Помимо, собственно, марафонской дистанции в 42 километра, будут еще несколько – по 1, 3 и 10 километров, а также эстафета. Мероприятие носит статус международного. Для участия в нем в Волгоград прибудут легкоатлеты из различных регионов России и других государств. Символические призы получат победители каждого забега, а главная награда – велотренажер – достанется победителям костюмированного забега. Он пройдет под девизом «Чемпионату мира в Волгограде быть». Как известно, областной центр является одним из претендентов на проведение игр Мундиаля в 2018 году. Все готовят, естественно, свои заявки, все стараются. Я считаю, что у нас очень хорошие шансы. Вот. Создана отдельная структура, комитет по подготовке, организации проведения чемпионата мира. 22 июня приезжает комиссия ФИФА и оргкомитета «России-2018», эксперты, которые посмотрят, скажут, то есть у нас очень хорошие шансы. Напомним, окончательный список городов, где будут проходить игры чемпионата мира по футболу в 2018 году, станет известен осенью этого года.